Геля и Алиса. Мы здесь. Арчи и Кузя. Мы тут. Мила и Леона. Где Мила и Леона? Снова эти выскочки опаздывают, как всегда. Давайте начнем урок без них. А вот и мы. Простите за опоздание. Вау, какие красотки. Да, Леона просто огонь. Эй, Фил, ты бы с кем замутил? Наверное, с обеими. Видишь, я же говорила, что все пацаны от нас без ума. Ты была права, эти юбки просто отпад. Ого, они выглядят такими крутыми. Чего? А, я хотела сказать, что это просто отстой. Это что за вид? У нас здесь школа, а не ночной клуб. Жаль, я бы не против зависнуть в клубешнике. Давай вместе зависнем. И подружку бери. Эй, только после меня. Ваш внешний вид отвлекает парней от занятий. После уроков вы должны переодеться. Я не помню, чтобы в нашей школе запрещали юбки. И вообще, в нашей школе нет школьной формы, поэтому не вижу ничего плохого. Это не повод приходить вот так. Переоденьтесь, или у вас будут проблемы. Ага, конечно. Не знаю, как ты, но я не собираюсь избавляться от этой юбки. У нас нет выбора. Раз тебе не нравится вот это. Леона, пойдешь со мной на свидание? И со мной. Мила, что ты делаешь сегодня вечером? Приятно, но немного пугает. Расслабься и наслаждайся популярностью. Зачем еще нужна школа? Так что, Леона, мы пойдем. Что за балаган? А ну сейчас же сядьте на место! Наверное, эти юбки очень дорогие. Конечно, каждая по несколько тысяч долларов сшита лучшими дизайнерами для нашего интервью в журнале Forbes. Не преувеличивай. Да ладно тебе, не скромничай. Как же они меня бесят, эти выскочки привлекают все много внимания. Может, тоже купим юбки? Чего, даже не вздумай равняться на этих двоих. Успокоились? А теперь продолжим урок. На сегодня все, можете быть свободны. А ну, иди с дороги! Таким красавицам, как вы, опасно ходить по школе один. Охрана не нужна? О, Кузя, твои подкаты такой отстой. Эй, охранник, свали с дороги. Не обращайте внимания, она просто девчонка, а я девчонок не бью. Ну ты лох, сам ты лох, ты не девочка, сейчас как врежу. Мила, мы тут поспорили. С кем из нас ты пойдешь на свидание? Простите, но мое сердце принадлежит другому парню. Это кому? Скажи, мы его побьем. Нет уж, спасибо, мне надо идти. А что здесь происходит? Наслаждаюсь популярностью. А что? А тебе не кажется, что это слишком? Им самим нравится, правда, мальчики? Да, да, очень. Мы рады служить тебе. Присоединяйся к нам. Ну уж нет, это стрёмно. Лучше пойду в столовку, пока перемена не закончилась. А зачем куда-то ходить? Пускай мальчики нам принесут. Да, мы купим все, что вы захотите. Заказывайте. Ну ладно. Я буду булочку и чай. А я бургер, кол и картошку фри. Не думаю, что в нашей столовке такое продают. Не беспокойтесь, мы сбегаем в Макдональдс. Ради вас мы готовы пойти даже на край света. Вот видишь, жизнь прекрасна. Мне не нравится, как ты обращаешься с Арчи. Ладно, Кузя, но Арчи. Ой, не парься, не уведу я твоего Арчи. Завтра он за тобой будет бегать, вот увидишь. А ну стоять. Мальчики, хотите пойти с нами на свидание? Что ты сказала? Помолчи, Мила. Хотим, очень хотим. Это моя мечта. В таком случае, сделайте для нас кое-что. Что сделать? Мы ради вас на все готовы. Сделайте за нас контрольную, а если справитесь, мы даже пойдем с вами на свидание. Постой, Леона. Помолчи. Ну так что, согласны? Да, конечно, мы справимся. Поверить не могу, настоящее свидание. Ты уверена, что это была хорошая идея? Да, теперь нам можно не напрягаться с контрольной. Можно будет расслабиться и в телефоне позависать. Знаешь, Фил и Чак далеко не отличники. Не думаю, что им стоило доверить нашу контрольную. Расслабься, они ради нас горы свернут. С какой-то там контрольной не точно справятся. Милая Леона, я же попросила вас переодеться. Простите, учитель, но мы не взяли запасную одежду. Ладно, но если завтра вы будете снова в юбках, я выгоню вас из класса. Поверить не могу, что им все сходит с рук. Да, учитель слишком мягкий с ними, нужно их проучить. Как? Пока не знаю, но я что-нибудь придумаю. А где Кузя и Арчи? Почему они опаздывают? Они пошли в Макдональдс, чтобы купить... Тихо, не выдавай нас. То есть они сбежали с урока, значит за контрольную получат двойки. А у нас что, контрольная? Я думала на завтра, мы не готовились. Леона, ты слышала? Я не хочу получить двойку. Не беспокойся, сейчас они будут готовы.
Мальчики, удачи, постарайтесь ради нас. К черту подготовку, мы справимся. Геля, раздай контрольную. Вот видишь, они справятся. Надеюсь. Простите за опоздание. Вы вовремя, я уже хотела поставить вам двойки. Бургер, картошка фри и кубок. Арчи, не сейчас. Леона, ты манипулируешь парнями? Из-за тебя они чуть не пропустили занятия. Да, я смотрю, вы вообще обалдели. Не переживайте, нам не сложно. Да, все ради таких крутых девчонок, как они. Эти двое перешли уже все границы. Ты права, на перемене поговорим с ними. О нет, тут одних разговоров будет мало. Если не послушают, сделаем по-твоему. Время вышло. Староста, собери работу. Луна и Алиса молодцы. Как всегда, справились лучше всех. Жду не дождусь услышать тот самый неудачник. А вот хуже всех Мила и Леона. Они получают самый низкий балл. Что? Не может быть! Я тебе говорила, нельзя на этих двоих положиться. Леона, успокойся, сядь на место. Это как понимать? Вы обещали, что справитесь. Мы старались. Можете теперь с вами на свидание? После такого ни о каком свидании даже не мечтайте. Дима, Леона, последнее предупреждение. Сядь на место. Так ей и надо. Как вообще можно было доверить свою контрольную этим балбесам? Просто у Леоны и Милы мозгов еще меньше, чем у них. Смейся, смейся, пока можешь. Класс, на перемену. О, капец. А ну стойте! Нам надоело то, как вы обращаетесь с мальчиками. Мы не делаем ничего плохого. Они сами хотят за нами ухаживать. А вам что, завидно? Вообще-то да. То есть нет, мы ни капельки вам не завидуем. Прекратите по-хорошему, или я вам такое устрою. Арчи, Кузя, сюда. Что случилось? Вы еще хотите быть нашими охранниками? Конечно, мы защитим вас от кого угодно. В таком случае избавьте нас от этих назойливых мух. Ты кого мухой назвала? Не подходите к нашим девчонкам. Уходите по-хорошему, или мы применим силу. Серьезно, будете бить девочек? Бить не будем, просто схватим и закроем в туалете. Давайте, рискните. Успокойся, Гели, не надо, мы уходим. Спасибо, парни, можете быть свободны. А поцелуй благодарности? А, ну да. Закройте глаза. Можете открывать глаза. Так вот он, какой настоящий поцелуй. Именно так я его и представлял. Да, а теперь дуйте отсюда. Слушай, а почему ты не поцеловала Арчи? Это ведь был твой шанс. Не знаю, застеснялась. Эх ты, пойдем, нужно навести марафет. Зачем? Ты хочешь, чтобы парни еще больше голову потеряли? Нет, я хочу увидеть зависть на лице Гели. Пойдем. Парни как с ума сошли, от этих юбок одни проблемы. Правильно, поэтому нам нужно сделать все, чтобы их запретить. Но учитель уже их запретил, как видишь, не помогает. Недостаточно, нужно ввести дополнительные меры. Например, запретить ходить в столовую. А это идея, вот только как нам это сделать? Луна, ты должна подойти к учителю и предложить эту идею. А почему я? Потому что ты отличница и староста класса, поэтому она тебя точно послушает. Милая Леона, будут злые. А как по-другому нам защитить мальчика от этого дурного влияния? Я попробую. Уйди, мала, мне нужно привести себя в порядок. Боюсь, я не могу этого допустить. Это еще почему? По новым правилам школы, девочкам в коротких юбках запрещается пользоваться школьными вещами. Что это за дурацкое правило? Я впервые такое слышу. Учитель придумал его сегодня. Ну и ладно, пойдем уже в столовку, а то я голодная. Вам также запрещается посещать столовку и отдыхать в главной комнате. Значит, мы даже пообедать не можем. А как же съемочная площадка? Мне нужно обновить фото в Инстаграм. Теперь вам дадут только класс, коридор и туалет. Приятного обучения, выпендрежницы. Капец, как в тюрьме. Ну все, теперь точно придется избавиться от этих юбок. Ну и ладно, мне все равно уже надоели. А как же внимание парней? Не беда, у меня есть юбки подлиннее. Они не запрещены, и в них парни нас будут любить не меньше. А ну все на выход! Да кто такой борзый мешает нам играть? Ой, простите, госпожа, мы не хотели вас задеть. Быстро встали и вышли с этой комнаты. Нам нужно переодеться. Переодеться? Круто. Все слышали, что сказала моя девушка. Все на выход.
Ты хотел сказать моя девушка? Ну-ка повтори! А ну заткнулись! Моя девушка! Быстро! Вы слышали, что сказали юные леди? Иди сюда, сейчас мажу тебе! Это какая разница, что ты меня трогаешь? Ах, юные леди! Ах, что такой культурный! Ага, зануда, каких еще поискать? Говори так! Давай переодеваться, я хочу успеть в столовку до урока. Подвиньтесь, мне ничего не видно. Вы что, подглядываете за девочкой? Нет, это не то, что ты подумала. Пошли вон отсюда, я все расскажу училке. Ладно, не кипятись, мы уже уходим. Ты ничего не видела. Ну что, ты готова? Нет, давай лучше ты. Ладно, трусиха. Что случилось? Где наши юбки? Уверена, их стырили пацаны. А как мы пойдем на урок? Ну давай поищем что-нибудь в шкафчике. Вот, надевай. Ты серьезно? Я не буду ходить в этом уродстве. Тогда ходи в трусах. Ладно, я одену. Скорее бы Мила с Леной вернулись. Я уже за ними скучаю. Да, без них на уроки ходить нет смысла. А где юбки? Да, что это за уродливые штаны? Новые девчонки мне вообще не нравятся. Согласен, новая Мила и Леона отстой. Ох уж эти парни, их волнует только внешность. Отличный наряд, девочки, то, что нужно для школы. Ну, хоть училка оценила. Да что ты понимаешь? Вот и все, прощай популярность. Да ладно тебе, не все так плохо, может это любовные записки. Лохушки? Кто это написал? Арчи, ты тоже так считаешь? Я думала, ты не такой грубиян. Конечно нет, вы мне еще нравитесь, но меньше. Это худший день моей жизни. Хуже уже быть не может. О нет, похоже, может. Какого черта? Это же наши юбки. Вау, не замечал, что Алиса и Луна такие классные. Да, я бы замутил с обеими. Они даже круче Леоны. Че сказал? Ну все, им с рук это так не сойдет. Учитель, а почему нам нельзя юбки, а этим двоим можно? Потому что они отличницы и выиграли школьную олимпиаду. А вам что, завидно? Это наши юбки, воровка. Простите, мне так стыдно. Прекрати, мы заслуживаем их больше, чем эти двое. Поверить не могу, что эти двое пошли на это. Я думаю, кто-то подговорил. Кто? Узнаем на перемене. Геля, признавайся, это твоих рук дело. Алиса и Луна не смогли бы додуматься до такого сами. Врать не буду. Да, это я их подговорила сошить ваши юбки. Зачем? Во-первых, девочки давно хотели стать популярными, а во-вторых, хотела посмотреть на ваши лица. Ах ты! Успокойся, Леона. Скоро она сама об этом пожалеет. Ха, наивно, с чего это вдруг мне жалеть? А вот с чего. Зацените, какая у меня пиццуха. Я идеальный парень. А у меня богатые родители. Куплю тебе все, что захочешь. Не слушай этих лузеров. Год на свиданку с нами. Не думаю, что новая популярная Алиса захочет с тобой дружить. Что за ерунда? Мы с ней друзья до гроба. Правда, Алис? Прости, но с лохушками без юбок я не общаюсь. Что ты сказала? Ну я тебе сейчас устрою. Постой, скоро они сами отдадут нам юбки. С чего это вдруг? Они так давно этого хотели. Они ботанши, не привыкли к популярности и не умеют ошивать парней. Дай внимание, пацанов быстро надоест. Совсем скоро не отдадут нам юбки, а ты вернешь свою зубилку Алису. Ладно, мальчики, отвалите, нам нужно позаниматься перед уроком. А можно с вами? Нет, вы будете только мешать. Я не оставлю своих новых девушек одних. Ты хотел сказать моих девушек? Спорьте сколько хотите, я пойду за ними. Я тоже пойду. Капец, даже Арчи ушел с ними. Потерпи, подруга, надолго их не хватит. Раньше я не замечал, какие у тебя красивые волосы. Прекратите, вы меня пугаете. Луна, с кем из нас пойдешь на свидание? Выбери меня, у Фила маленький мозг. Побольше твоего будет. Мне уже не нравится быть популярной. Как Леона и Мила это выносят, я больше не выдержу. Леона всегда отвечала мальчикам группы, давай попробуем. Мальчики, отвалите. Что? Мы тебя не слышим. Мы никогда не оставим тебя одну. Бьет, значит, любит. Какая страстная девушка. Кузя и Арчи, такие неудачники. Да, давай покажем, как правильно целоваться. Даже не думайте. Смотри, что ты наделал. Я, это твоя рожа напугала. У кого тут рожа? Только сделай так, чтобы не было видно штанов. Приготовься, у нас есть 3 секунды. Отлично получилось, я запущу в инсту. Мы так больше не можем, забирайте свои юбки. А я думала, вы хотите стать популярными. Разве вам не нравится внимание парней?
Да они как маньяки, всюду бегают за нами, я даже в туалет спокойно сходить не могу. Пожалуйста, заберите юбки. Да, мы попросим учительницу, чтобы она разрешила вам носить. Мы отличницы, нас послушают. Что думаешь, мила, примем на себя этот груз? Эх, снова быть популярной. Ну, была не была. Не дождусь, когда Арчи снова меня увидит в этой юбке. А я уже жду отчет еще пару придурков, которые пристают ко мне. Скоро начнется урок. Пойдемте в класс. Мальчики, мы вернулись. Похоже, мальчикам наплевать. Давай. Бей его. Эй, кому я говорю? Почему вы уставились в телефон? Лучше посмотрите на нас, милый. Да чего мы там не видели? Лучше посмотрите, какая крутая игра у Арчи на телефоне. Серьезно, по-вашему, какая-то там игра лучше красивых девушек? Конечно, все пацаны знают, что игры круче девчонок. Девчонки уходят и приходят, а твой левел в играх навсегда. Представляешь, они променяли нас на какую-то там видеоигру. Еще как представляю, они же мальчишки.